Ну что, час помучился, нашел вход. Да, вон сколько следов люди ходят. И много ходят. Вот. Здесь когда-то закрывалось. От таких, как я. Так, сейчас включим. Светим туда. Так, ну давайте сначала направо сходим. Чувствуется сквозняк, продувает нормально. Это шахта, вроде добывали вольфрам здесь. Вот здесь уже сухо, нормально все. Такой туман чуть-чуть, и такая пыль водяная стоит. Здесь уже мрамор или гранит. Красивые цвета. Высоко. Ого, как шумит. Ветер. Это волны. Первый артефакт. Вот оно почему. Там сквозной. Так, сейчас здесь полезем, чуть глянем. Здесь какие-то. Ну, туда, конечно, я уже не пролезу никак. Здесь-то опасны эти
булыжники надо. Долго здесь не задерживаться. Тоже вон сколько следов. Люди лазят здесь постоянно. Там веревки натянуты. Так, ну где веревки-то мне? Сегодня не пройти. Туда кабель, значит, там тоже штольня. Ну и сегодня мне туда не пройти. Ладно, возвращаемся на главную. Пойдем сначала по главной. Так, здесь трусик. Заглянем сюда. Ну здесь просто свалка. Так, ну вот что, здесь вход. Теперь пойду в эту сторону. О, хорошо, стрелки нарисованы, чтобы не заблудиться. Идем по главной.
Смотрим, что там. Вода прозрачная. Короче, сегодня вроде никто не ходил. Вот, здесь уже потолок подпертый. Уже не совсем приятно. Вот здесь обрушение уже. Заглянем, может, сюда. Правая. Свечки жгут. Вон сколько свечек. То есть здесь прям был какой-то шабаш. Что это значит? Не знаю. Так. А вот здесь уже сквозняка нету. Тихо. Очень. Воздух очень свежий такой. Даже шпалы остались здесь еще. Здесь интересно, это обрушение было или просто отвал какой-то. Непонятно. Здесь уже синенькое что-то, купорос. Ох ты, чё. Да, остались шпалы. Рельсы, конечно, сняли. Вот еще один артефакт. Шапка. Так, ну вот и все. Так, ну отсюда вернулся теперь. Пойдем по главной дальше. Так, здесь косяк, когда-то дверь была. Везде ребята свечечки понаставили. Тут снимали что-то. Это, наверное, такая бочка, в которой руду поднимали наверх, судя по всему. Так, ну что, вернемся опять на главную.
взял с собой палку, чтобы на всякий случай, чтобы где будет непонятно, чтобы прощупать, а то провалиться как-то не хочется. Хорошо, воды нет уже. Посмотрите, сколько шагов. Сколько здесь ходит народ, да? Хоть эту шахту довольно-таки, ну, сложно найти. Не шахту, а штольню. Опа! А здесь у нас что? Это что, они забетонировали или? Да, ну может там тупик. Может, не стоит и перелазить. Судя по всему, медный купорос, наверное. У нас на потолке ничего нету. Это, наверное, остатки вагонетки. Судя по всему, да. Шпалы свалены. Глянем, что здесь. Так, ну туда потом чуть попозже придем. Да, оба! Вот это да! Вот это уже круто! Вот это да! Это уже да! Сейчас эту палку надо убрать. Все мешается. Интересно, какой глубины? То есть, значит, по этой шахте поднимали штольни, вырубали. По этой шахте поднималось все наверх. Блин, я не могу подойти, мне как-то стрёмно. Включите еще чуть поярче. И здесь вот веревка. Это значит, дайверы туда
спускаются. Давайте, класс. Так, ну ладно, пройдем. Пойдем сюда. Ну, это тоже, наверное, ковш такой подъемный. Хорошо, что нарисованы стрелки вот. А то действительно еще можно и заблудиться. Ну, а часа два походишь, конечно, все равно выйдешь. Опа! Здесь подпорки. Здесь подпорки. Это значит, уже обрушалось что-то. Так, ну здесь надо побыстрее пройти. Опа. Вот вазочка стоит. Кстати, если я не ошибаюсь, то вроде бы в этих штольнях где-то или в шахтах погибли 7 шахтеров когда-то, когда что-то обвалилось, поэтому надо здесь потише вообще разговаривать. Ну, вон как высоко. Здесь еще одна вазочка. А нет, здесь какая-то дама. Но вот эти вот синие подтеки, это же, наверное, медь. Возвращаемся на главную. Эх, не взял я с собой фотоаппарат с треногой. Надо было. Есть тут что поснимать.
здесь такие синие вкрапления. Туда не стоит, наверное, и лезть. Пойдем сюда, глянем. Так, а здесь лесенка наверх. Но я по ней не полезу. Как-то все руки заняты. Может, когда-нибудь в другой раз. Что такое, Давид? 2000. Так, ну что, вернулся на главную. Вот, значит, шахта. А мне туда. Значит, там в начале, ну, как иду назад, снимать не буду. А там в начале еще есть одна штольня в сторону. И сходим туда. А, еще совсем забыл, что здесь же эта стена, в общем, я ее перелез и пройду чуть-чуть, глянем, что у нас здесь. Вот, вот эта полоса коричневая, это значит затапливала. Сюда. Так, еще одна статуэтка. Ну, там, наверное, ну, хорошо, залезем. Глянем, хоть и неудобно. Ну, туда я уж точно сейчас не полезу, потому что покажу, вот какой размер. То есть, во, там вообще полметра меньше даже. Ладно, возвращаемся. Thank you.
Так, ну вот что, это главное. Оттуда я сейчас вернулся. И здесь выход. В той стороне, это там, где выход к морю, где шумело все у нас. Так, что здесь у нас написано? Bloodworks 365. Так, и в общем остался еще один проход. Еще одна штольня. И мы идем. И здесь куча свечек. Вот и отпевали. Так она совсем коротенькая. О, я думал, здесь будет чуть поинтереснее. Ну что, вот и все. Балка зачем здесь стоит? Чтобы, наверное, леса стояли наверх, что-то нравится, да? Так, ну ладно, что. Опа, здесь какая-то. Труба. Ну что, можно возвращаться. Все, что хотел, сегодня сделал. Там повыше. Повыше идти. Повыше не очень мне хочется без веревок и страховок. Так, а здесь уже, видать, судя по всему, начинается уже прилив. Уже вон уже заливается. В общем, надо отсюда убираться. Все, пока.